маленьком домике на краю великого леса тайги, он был очень доволен и имел все, что хотел. Однажды в темную-темную ночь, в холодную зиму, в дверь постучали. Старая цыганка протянула руку за едой, когда она голодала. Никнула. Человек и его семью крича, когда она ушла. «Придет за вашей семьей». Спустя год зима была не такой холодной, как в первый раз. И счастливой, чем когда-либо. Семья испытала трагедию. И сейчас молодой сын, которого больше не видели и не слышали. Вскоре его жена умерла от разбитого сердца. А зачем человек потерял рассудок?